Cuckoo. Слово имеет товарищ Сталин. Подождите, авансом, рукоплескать. Вы еще не знаете, что я скажу. Партия и правительство наградили за успешное строительство московского метрополитена одних орденом Ленина, других орденом Красной Звезды, третьих орденом Трудового Красного Знамени, четвертых грамотами Центрального Исполнительного Комитета Совета СССР. И вот у нас вопрос, а как быть со остальными? Как быть с остальными товарищами, которые работали не хуже, чем награжденные, которые по мере сил клали свою кровь, труд, усилия на дело московского метрополитена? Как быть с ними? Вот вопрос. Мы вот придем и глядим на вас, рожи не у всех одинаковые. Одни из вас будто бы рады, а другие не домывают. Что ж, говорит, это сволочи, обошли нас. Так вот, эту ошибку партии и правительства мы хотим поправить перед честным миром. За успешную работу по строительству московского метрополитена объявить от имени Совета народных комиссаров и Центрального исполнительного комитета Совета СССР благодарность ударникам и ударницам и всему коллективу инженеров, техников, рабочих и работниц метростроя.